have ways of blowing things up. Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки – неистихающие уличные войны в Хейвуде. Минус один коп. Так что все готовьтесь. Полиция по этому поводу не сделает ни хрена. А вот в Санто-Доминго отрубило свет. Очевидно, нетранеры снова резвятся в электросети. В Уэстбруке травма-тим отскребает от асфальта жертв очередного киберпсиха. А Пасифика? Ну, Пасифика есть Пасифика. С вами, как всегда, был Стэн. Впереди новый день в городе мечты. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки, и у нас тут подъехал киберпанк. Да, я все-таки не обошел стороной эту игру, она у нас появится на канале, посмотрим как и что. Я сейчас немножечко предварительно полазил по настроечкам, поприкручивал кое-что, пооткручивал кое-что. Она у меня сразу запустилась на высоких, там я менять ничего не стал, никакие ультры, ничего ставить тоже не стал. Я, в принципе, адекватно понимаю способности моего компьютера. Посмотрим, как она побежит на высоких. То есть, если она будет хорошо справляться с высокими, я вполне не против. Скажем так, она должна хорошо справляться с высокими, если ее более-менее нормально оптимизировали. Я понимаю, что это только начало, первые шаги этой игры, и вполне могут быть баги и неоптимизированные куски, поэтому пока что идем таким образом. Насчет звука тоже чуть-чуть покрутил, повыкручивал. Там есть такая интересная штука, как фильтр наготы. Его можно включить или выключить. Как вы понимаете, я его включил, чтобы нам тут случайно ничего такого пикантного не попало на экраны, потому что YouTube, потому что мы знаем, как это все бывает. Извините, ребят, хотите смотреть на то, что хотите смотреть, качайте, играйте сами, у нас сегодня будет немножечко с цензурой. А, ладно, новая игра. Офига ли мне на высокий-то выставляют? Ждите серьезных испытаний, чтобы защитить себя. Я без понятия, какие механики игры, поэтому я, наверное, пойду на среднем. Ладно, я хотел еще почитать. Так, выберите прошлое V. Иногда оно будет влиять на события и варианты выбора. То есть нам не будут по-человечески рассказывать историю главного героя. Мы сейчас просто в одном абзаце должны это прочитать и забыть, да? Это вот не очень красиво сделано. Ладно. Жизнь кочевника опасна. Вы выросли в пустошах, мародерствовали и устраивали набеги на заправки. Дороги многому вас научила. Дорога. Улицы. Улицы многому вас научили. Угу. Главная ценность кочевников – честность, прямота и свобода. Чужды жителям Найт-Сити. Там это не купишь ни за какие деньги. Ага. Ладно, дитя улиц. Говорят, чтобы понимать улицу, нужно жить на улице. Понял, если ты не бомж, ты не понимаешь улицу. Не надо мне тут свой рэпчик гнать. С детства общаюсь с преступниками, фиксерами, куклами и барыгами. Вы усвоили главный закон городских джунглей. Слабые подчиняются сильным. Это единственный закон на Найт-Сити, который вы еще не нарушали. Ладно. Мало кому удается уйти из корпорации и сохранить жизнь, не говоря уж о чести и достоинстве. Вам все это известно. Работая на корпорацию, вы нарушили правила, шантажировали конкурентов и собирали информацию, потому что на этой войне все средства хороши. Знаете, в чем прикол? Каждая из этих историй тянет на примерно несколько глав хорошего рассказа. Но нам тут это все подают в такой скомканной, сжатой информации. На, быстренько выбери, кто ты! Причем, начало игры,
Мы еще даже в игру, собственно, не зашли. Нам уже говорят, что преступниками, фиксерами и куклами. Кто такие фиксеры или фиксеры и куклы? Что за корпорация? Откуда я знаю, что она делает? Жизнь кочевника опасна, выросли в пустошах. Что за пустоши? Почему они пустоши? Почему там как... Как я должен из этого какие-то выводы делать? То есть, знаете, ребят, опциональность — это всегда круто. Так, на секундочку. Но помните вот этот мультик, где двое из ларца одинаковых с лица, когда пацан спрашивает, типа, вы что, есть за меня будете? Они такие, ага, так вот, создатели игры, они такие, на, чувак, ты будешь делать много выборов. Я такой, ой, прикольно, а что, я и сценарий за вас писать буду? Они такие, ага, то есть, на, держи, я без понятия, что мне выбирать, дитя улиц, кочевник, что у нас тут, честность, прямота, свобода, но это больше всего мне как бы подходит, вот это вот какая-то уличная крыса, вот это вот какой-то корпоративный предатель. Мне пока по характеру больше всего подходят кочевники из того, что я выбрал. А мы будем играть за темнокожего паренька, да, с оранжевыми волосами? Так. Ну вот, вот этот вот мне подходит. В принципе, нормально. Повернуть. Татушки мне вот... А, это не татушки, это... Я думал, что это татушка крест, это порт разъема. А голос... А как мне его проверить-то? Голос мужской. А как мне его проверить? Яви. Яви. Ви, серьезно? Ну, ребят, ну блин, ну... Те, кто зависает на моем канале, те, наверное, знают, что персонаж с именем Ви — это немножечко другой персонаж в моем понимании сейчас. Знаете что? Если ты Ви... Блин, а что цвета такие-то тухленькие? Если ты Ви, у тебя должны быть синие волосы. Все со мной согласятся, я думаю. Если тебя зовут Ви, у тебя должны быть синие волосы. Так. Да, блин, челюсть, борода, цвет бороды. Ну, давай цвет бороды тоже будет синий. Все. Как мне... А, вот, далее. Все, отлично. Доступные очки, сила. Хорошо, на что они влияют? Каждая характеристика дает доступ к нескольким навыкам. Характеристики и навыки дают бонусы, которые могут быть полезны при разных стилях игры. Вы повышаете уровень навыка, выполняя связанные с ними действия. Логично, блин, ладно. Максимальный уровень навыка ограничен уровнем соответствующей характеристики. Понял, хорошо. Сколько максимально? У меня очков силы... А, 6 максимум. А почему я не могу убавить? Ну, вот это на самом деле нечестно, ребят. Вспомните хотя бы тот же Fallout, когда мы в нем выстраивали себе персонажа, у нас был изначально персонаж сбалансирован на все пятерки, но мы могли убавлять. То есть, например, если мы хотели закинуть больше в интеллект, то мы могли где-то урезать силу, а здесь мы урезать ничего не можем. Здесь у нас... Ну, это минус, к сожалению. Ладно, сила, интеллект у нас что? Влияет на ваши... Что? А, нетронерские способности. На каждом новом уровне интеллекта ваши показатели меняются. Объем памяти кибердеки увеличится на 4%. 4%? Урон от скриптов. Что за скрипты? Увеличивается на 0,5%. Время действия скриптов. Что такое 4%, 0,5%, 1%? Как мне это сейчас узнать, ребят? Ладно, я понял. Характеристика влияет на вашу маневренность, в том числе общую скорость передвижения на каждом новом уровне. Реакция, ваши показатели меняются. Пассивная вероятность уклонения. 1%. Что за минимальные проценты? Такого фига я вообще должен на это обращать внимание. Влияет на ваше владение техническими навыками. А, техника. А тут я листать не могу, да? Хорошо, насчет силы я что-то не уверен. Мне всегда нравилось клепать хорошо интеллектуальных персонажей.
Давайте интеллект ему на максимум закину. Это можно будет еще потом качать, насколько я понял, да? Да, а хладнокровие это у нас характеристика влияет на вашу выдержку, собранность, эффективность во время скрытного передвижения на каждом новом уровне. А, это на стелс. Ну, давай так. И давай, наверное... Не, давай вот так. Вот так. И вот так, что ли. То есть у нас будет чувак... Даже... Вот так вот и на реакцию один. У нас будет интеллект, реакции, техника, хладнокровие 4, сила... Черт, это шутан. Ну, я понимаю, что, скорее всего, будут какие-то или рукопашные бои, или что-то такое. Ну, его нафиг. Я не хочу пока силу, так что мне хорошо. Опять же, посмотрим. Если я буду дико с этого мучиться, моя вина. Псевдоним Ви. Угу. Кочевник. Ну да, да, я так все и выбирал. Поехали. Мы и так на этом же дофига времени всрали, так что поехали дальше. Давайте только загрузки будут человеческие, да? Не по 3 часа. Очень нужно прям. Я вот сейчас пока что смотрю на показания моего компьютера. Ну, он нагружен, конечно, но пока что не до предела. Посмотрим, что будет происходить в динамических сценах. Как это все будет справляться. Я все-таки немножко волнуюсь. Возможно, возможно, придется немножечко скинуть. Ну, не придется, так не придется. Надеюсь, что не придется. Чего-чего? Сорвать нашивку? А зачем? А что за нашивка? Ну, ладно. Почему я ее срываю? Беккерс. Модуль электросцепления. Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнил. Ага. Ага. Так, хорошо. Ребят, минутку. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий кочевник крутится у границы. Так, не-не-не, секунду. Подкрутил звук чуток погромче. Посмотрим, как будет. Что-то мне показалось, что диалог очень тихий был. Хотя диалоги я не убавлял, ну ладно. Так, а смотри, двигатель, отойди, я справлюсь. А как мне? А, вот так выбирать, колесиком? Ага, понял. Но не настолько. Так, у меня же неплохая механика, я могу сам осмотреть движок, так я понимаю, да? С карты... А почему? Ну, то есть... Пока что вся атмосфера немножечко напоминает... Тян-ча? Что, блин, происходит? Вся атмосфера чуточку-чуточку напоминает Deus, ну, нового разлива, который этот Mankind Divided и Human Revolution. Блин, а вырубить музло никак, мне немножечко напрягает, ладно. Блин, почему F? Ладно, окей. Отойди. Отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Замкнуть. Хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Ну, такое себе решение. Я не хочу ему грубить, фига мне одна... Твоего мнения не спрашивали. Сесть в машину. Я ж не уеду еще отсюда, надеюсь. Проверим, что получилось. Ну, а я что тебе говорил? Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Я ищу человека по имени Джеки Уэллс. Может, вы его... А вы его что? Он не договорил, этот не ответил. Мне уже дают следующее... Мы что, весь день так будем? Да, заткнись, блин. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не там услышишь. Кто-то ходит. Да что ты говоришь?
Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Можно я выйду? Можно я выйду, блин? Думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Ой, блин. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал? Выпить с ним чашечку кофе? Я тут проездом. Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Ну что такое быдло все сходу? Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное. Нет. Да нет, не случалось. Последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Сёгунов, которые... Нет. Но что будет, если я промолчу? Кажется, мы не поладим, да? Да я из машины выйду. Из кочевников? Я мог бы догадаться. Да ну блин, а что вам не нравится-то? Я так понял, вам что-то не нравится? Я тебе скажу, что мне не нравится. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Ну и на здоровье, я сейчас уеду, и ты меня не увидишь. Плана. Я сам по себе. У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Почему такой звук слабый-то? Поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Какие вы здесь негостеприимные. Как бы с вами селиться? Я слышал, это место славится гостеприимством. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны. При условии, что гость умеет себя вести. Я это уже использовал. Зачем мне выдают варианты, которые я уже использовал? Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчу. Так я из-за тебя тут долго торчу, дебил ты кусок. Я хочу выйти еще, я там... Прямо гордитесь собой, да? Вы прямо гордитесь сейчас собой, да? Я что-то не понял. Ты сейчас о чем, бродяга? Да так, ни о чем. Ну вот и хорошо. Я хотел сказать, вы же не будете меня заставлять ездить. Я выйти могу-то, нет? Угу, спасибо. Блин! Управление машинкой такое себе, блин! Я понимаю, может, у нас машинка такая себе, хотя с другой стороны, если мы из клана бродяг, у нас должна быть тачка, которая... Ну, они же... Бродяги, они же, я так понимаю, что они к машинам... А почему у меня камера не следует? Ну, честно говоря, у нас какой-то гольф, то ли... Ну, грубо говоря, гольф. Гольф второго поколения. Хотя четырехдверных гольфов вроде не было второго поколения, черт его. Ну, я понимаю, что это не гольф, просто так прикидываю. Да. Ну, открыть, то есть, типа, покинуть уровень, что ли? Есть какой-то инвентарь? Есть. Снаряжение, рюкзак. Ребят, не знаю, мне кажется, что диалоги очень тихие. Создание... В смысле создания? Тут есть крафт? Ёпарасете. Так, так можно шифтовать. Подняться на радиовышку. Погодите, а что тут еще есть? Я там у механика забыл в гараже и... Понятно, заперто. И не почитал, не посмотрел, я думал... Что ты руками так телепаешь-то? Начинаешь в бок бежать, он руками такой... Так, ладно. А, просто подходишь и карабкаешься, я понял. Я хочу полазить, посмотреть, что тут будет. Тут... Почему вот это не выделяется никак? Как тут присесть? Ctrl? Да, Ctrl.
А, я сразу в стелс-мод, я стелсер. Ладно. Посмотрим, что тут будет твориться. На карте проложен... Ага, маршрут проложен, кроме того, что на мини-карте, так еще и точечка здесь. Ладно, можно будет не бояться заблудиться, наверное. Опять же, посмотрим, какой тут будет левел-дизайн. Насчет графики я не буду сильно высказываться, потому что, опять же, никакими RTX-ами я тут не владею, и графончик у меня хоть и стоит на высоком, и детали у меня стоят на высоком, но у меня не та видеокарта, чтобы разогнать эту игру по полной, поэтому то, что графончик средний, это, наверное, пополам. И ко мне вопрос, и к игре. То есть, возможно, с RTX-ами и более крутой видеокартой тут могло бы выжить что-то получше, но ладно. Чё ты отрываешь-то сразу? Ладно, подключиться. Привет. Прием, прием. А, вот, наконец-то. Вилли Маккой, рад тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Почему не можешь? Почему это? Ты бросил клан. Я тебе больше не помочь. Ой, вот это начинается. Не знал, что ты такой пугливый. Я принципиальный. Правила есть правила. Без них система работать не будет. Кочевники получают здесь работу, потому что это их земля. Если бы ты был с баккерами, проблем бы не возникло. А, ну наш клан надо баккеры, понятно. Надо было присоединиться к змеиному народу, когда твой клан так решил. Змеиный народ может пойти нахуй. Ой-ой-ой. Ладно, но мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз? Ага. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут никакой связи. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? Ну, врать мы не будем, у меня машина сломалась. У меня сцепление накрылось. Я и досюда-то чудом доехал. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Да, есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли, я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Встать. Минуточку, вы хотите сказать, что здесь была прямая лестница все это время? А, не, не было. Это я по ней забрался туда. Блин, это я тупанул. Я что-то думал, что это прямая лестница вниз. Все, все, все нормально. Интересно, что будет, если я спрыгну? Ну, вроде ничего. Он даже как-то где-то паркурит. Странно немножечко та тема, что мы играем от первого лица, тачка у нас от третьего лица. Ну, машинка ватненькая. Вообще, я не понимаю, на самом деле, чувак, который... вроде как в клане кочевников, они же вроде должны полагаться на свои машины. Машинка у него так себе ломается, ездит не очень хорошо. Ну, не знаю, не знаю. Ее носит. Вообще, управление не чувствуется таким прям уж хорошим. А, стоять! Движок вроде есть, но смотрите, у нее подвеска, все дела. Вроде как должна неплохо по бездорожью гонять, но такое. Интересно, начальная миссия отличалась бы, если бы я взял бы другой класс игрока. В смысле, что это было за перегазовка такая? Так, ладно, чувак меня ждет здесь. Наконец-то! Я уж думал фермером заделаться. Ха, надеюсь, ты меня ищешь? Нет, 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 чувак, я пришел тебя обнести. Евро-доллары? Чё за фигня? Ну, видимо, да. А ты... Я-то Джеки Уэллс. Ви, тебе кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле.
традиция или вежливость. То есть человек с принципами? Ты человек с принципами. Принципы полезная вещь, Каброн. Каброн. У тебя могут забрать все, но их не заберут никогда. Почему у меня остаются диалоги, которые я уже отработал? Зачем? Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или... хотя бы двоюродный племянник. Да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. Ага, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже. Вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Ну, может быть, может быть. Наш товар. Что внутри? Это не мое дело, на самом деле. Ну ладно, спрошу. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Правильно, правильно. Поэтому лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпорации. И что? Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Вот и все, да, все логично. Эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Будут, конечно. Вопрос не в том, будут ли искать, а в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Давай к машине. Ну, давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, репутат. Багажник открой. Дело. Да уж. Тяжелый, сука. Давайте без вот этого здесь. Если на этом тарантасе придется убегать, что, это. Едем? Это будет беда. Почему я не могу тронуться с места, пока он дверь не закрыл? Мне кажется, в будущем это меня так отыграет потом, где я буду убегать от кого-то, у меня напарник будет заходить в машину. А документы на этот ящик, ну, ладно. Есть? Какие чёрт документы? Есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Слушай, друг, мы оба профессионалы. Знаете, у меня такое ощущение, что... Так, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Я? Por favor. Ну, может, немного. Ладно. Я хотел сказать, что они все это время полер... Мы почти у заставы. Что делаем? Спасибо, что даете поговорить. Нас просканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я. Да понятен, ясен пень. Направьте машину на контрольную полосу. Спасибо. Оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Начнется и начнется, давай. Зараза, чувствую какую-то подставу. Успокойся. Хватит, они сразу поймут, что ты на взводе. Возьми себя в руки, блядь. Ладно, ладно. Да давайте без... Ой, блин. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Ко мне подходить владелец кто-то будет. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Да понятно. Чингада мата. Да, выпустите меня. Что теперь? Это обычная процедура. Спокойно. Это обычная процедура. Пока все идет по плану. Ну, раз ты в этом уверен, то окей. Зачем? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Блин, а что так картонно-то все? Вылетело, конечно. Да
Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Кому ты это говоришь, ты уже из машины вышел? Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер 2. Садитесь. Допустим. Допустим. Бумаги. Я знаю правила, тут все есть. Может есть, а может и нет. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Плохой разговор. Нельзя так разговаривать, блин. Тут прямо все? Что такое, а? Вот, еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? По-моему, вас это не касается. Вам серьезно так кажется? Честное слово, смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Взаимно. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Реально тебя не касается, значит, на какой-то... Забудьте забрать свои личные вещи. Давай, ладно, давай. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать на Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити — это рай какой-то. Знаете, в чем прикол? Молодые, наивные. Почему он говорит, что ни разу не был в Найт-Сити, но при этом он отлично знает, как проходить границу по Найт-Сити. Че, я сюда сажусь? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну, гони. А, ну да. Диалоги очень картоненькие, к сожалению. Прям аж... не знаю. Неестественно. Ну, говори уже, чего там у вас было? Мне кажется, она заметила. Что-то... Мне кажется, это все плохо кончится. И часто тебе так кажется? Не особо. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Ты еще медленнее едь. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. То есть вы бабло слили и... Остановите машину! Блять! А че я назад не могу? Транспортный бой. Достать оружие Alt, убрать оружие... Ага, нажать дважды, вернуть в окно. Пассажирское место может стрелять из любого доступного оружия. Дальше. А может я что-то попадать как-то буду, не? А я не хочу машины взрывать, это нелогично. Кстати, там была включена помощь при прицеливании. Блин, а тут, кстати, сейчас громко диалоги, черт побери, тихие. Почему я не могу водилу выбить? О, я попал. Не, я в чувака попал, ладно. Перезаряди. Эй-эй-эй-эй-эй! До свидания. У меня хпшка восстанавливается? Да, чуть восстанавливается, ладно. Ви! Не рискуй! В смысле, не рискуй? Верно, пронесло.
Не подскажешь мне, пожалуйста, что почему он за рулем нашей тачки, если что? Жми дальше. Рано выдыхать. Правильно, только вдыхай, только вдыхай. Не смей выдыхать такой. Вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Штаны поменять надо. Казуальненько. Зачем ты врезался? Напомни, все это на неисправной машине. Перевезли груз, называется. Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Всякое случается. Да что ты завелся? Всякое случается, хватит. То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Как бы может, он должен. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Ну, ты мне еще затащил. Ну что, границу мы пересекли. Заплати мне и пойдем каждой своей дорогой. Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. А... Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Ну, спасибо за честность. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Блин, может, надо было сразу посмотреть-то, раз мы все равно его вскрываем. Лучше его не трогать. Твоему клиенту не понравится, что ящик открыт. Еще, не дай бог, сделку отменит. Дошел бы клиент нахер. Настало время работать на себя. Без комиссий и посредников. С чего такие выводы? А если искать нового покупателя, надо же знать, что я продаю. Это неправильно то, что вы сейчас делаете. Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Что за рыба? Ну, мамец! Игуана! А, игуан. С малых антильских, наверное. Ты разбираешься в игуанах? Каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Блин, мне не нравится то, что мне предоставляют повторно опции, которые я уже выбирал. Это неправильно. Но я понимаю, что от моего нытья ничего не изменится. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Ну, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да, что ты хочешь? А почему ты спрашиваешь? Мне просто кажется, у тебя много времени, которое некуда потратить. А в Найт-Сити в любом случае без друзей придется несладко. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Мотивация? Не слышал, да? То есть... Да ну спасибо, конечно. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ой, ладно, черт с тобой. Напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Я не пойму, в чем мотивация моего персонажа, в чем мотивация Джеки. Почему я ушел со своего клана, привет, если у меня с этого только проблемы? Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Что за нарезка? Такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется?
Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем это то, чем мы занимались... Ой, блин, баги. Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. Вы решили игру за меня пройти? И откуда приехал? Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал? Это Найт-Сити. Город мечты. Игра, перестань проходить саму себя. Пожалуйста. Ну, мы, в общем, с этим чуваком, как его Джеки зовут, мы с ним, видимо, подружились и стали творить всякую фигню. Мордобой, насилие, вымогательство, кражи, куча всего. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Да пройти обучение. Откуда эта штука? Хочу ли я знать? Мелитеховский? Ну? Джек, это явно секретная штука для военных учений. Откуда она у тебя? Это Тибак. Она чутка поменяла там кое-что в коде. Зачем? Она типа крутая? Не. Просто оно было не очень в ее духе. Сам увидишь. Пройти обучение, да. Давай, хуже не будет. Ну, потому что я первый раз играю, без понятия, какие тут механики. Куда ты, в глаз себе засунул? Где там порт у тебя? Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Поговорите с сержантом. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Ну давай. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Ты-то явно да. Лучше, да? А теперь на позицию, бля! Пошел! Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике жизни. Основы боя. Вот это вот... Будем проходить курсы. Она мне уже не нравится. Ничего сложного, обещаю. Так. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Он автоматический? Что ж, неплохо. Но учти, в реальности... Что ты стоишь? Беги в укрытие! Почему С? Укрытие на С! Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Да встань ты. X. Ага, это хилочка. Нажмите, чтобы вас не так нажал. Если уже. Если готов, иди в тренировочную зону. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. А ты быстрее, блин, можешь перезаряжаться-то. Ты не подскажешь, фиг ли он стреляет вслепую и попадает, а? Все? Очень хорошо, Ви. С
Встань на платформу и пойдем дальше. Встань на платформу. Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Да иди ты. Так, давайте человеческий взлом, пожалуйста, сделайте. Милитек. Включить сканер. Таб. Предмет, который относится к заданиям, подсвеченный золотым... Ага. Понятно. Угрозы обозначены красным. Устройство, которое можно сломать, зеленым. Объект, который можно взаимодействовать, голубым. Чтобы закончить сканирование... Красная. Так, так. Ну что ж. Ну хорошо. В этом модуле объясняю. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Так. Отвлечение врагов. Минуточку, так. Я не успел. Так, данные взлом. Готово. Что я должен нажать? F. Сколько скилл вы можете собирать, контролировать отвлечение врагов, чтобы сбить толк охранника? Чтобы смотреть стопные скрипты, используйте Q. Отвлечение врагов, ну. Что я должен сделать, по-вашему? Ну, запустить. Как запустить? Заблокировано, заблокировано. Спокойно, попробую еще раз. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Подойдите к окну. Подошел. Так. Я не пойму, что вы от меня хотите. Идет отправка скрипта. Стоп. Гребаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Как я его взломал, я без понятия. Так. Ну все, он твой. Устраняй его. А! Нет. По-тихому, да? Давай сначала. Да ну блин! Ну ты гребаное обучение. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы... Плеч охранника. Гребаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Крайне это... Ну все, недружелюбно сделал. Устраняй его. F. Почему на F? Да убить. Минечку, тут еще будет нелетальный это. Ай, в ну нашем да, деле главное не оставлять никаких улик. А, убери труп. Особенно человеческих. Подними Почему этого R? Чувака и спрячь куда-нибудь. Ой, некрасиво сделано. Так, да, понял. Это напрямую с Хитмана пятого, если что. Так. Теперь попробую устранить его за одно движение. Ладно. Ну все. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи. Так, быстрый взлом, сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересах элементы оружия и даже врагов. Как это все делается?
Слом протокола. Для отправки демона на ледокол нужно воспользоваться следствием элемента выбора матрицы, выбранные элементы в павке буфера. Так, нужно 55, 55, BD, 55. Хорошо. 55, 55, BD, 55. Погнали. Взрывай гранату. Ну? Что-то вот это вот очень лажово сделано, на мой взгляд. Очень кривенько все. Даже не знаю, прям... А. Видишь? Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Все, только хорош. Пусти. На улицах никто не будет тебе подсказывать. Да. Пройти все обучающие модули, 24 открыть дверь, чтобы выйти. Мы начинаем скрытность. Или как? Так, у нас основы боя. Ну, еще два, да? Ну нафиг, не. Я пошел отсюда. Скрытность они мне будут рассказывать. Все, до свидания. Затянуто, неоправданно, непонятный, не френдли интерфейс. А, фу. Не знаю, короче, обучение должно, по идее, обучать, а нифига. Ну, понравилось? В тебя просто пихают можем кучу букв. Настоящим делом. На, вот так вот делай, короче, и все. А, ты узнал подробности? Как и сказала, как лучше выполнять этот заказ. Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готов. Пойдем посмотрим, что нас там ждет. Мотивация, к сожалению, для меня абсолютнейше пока непонятна. То, что он сказал, что его клан перешел, объединился с каким-то другим кланом, поэтому он слинял. Если вы считаете, что это сюжет, это раскрытие персонажа, ребят, у меня для вас плохие новости. Нет. Какова мотивация нашего героя, если он понимает, что покинув клан, у него начинаются проблемы? Какова мотивация... Что вы от меня хотите? Отойти от двери хотите? На, давай ответим. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаром. Похоже, ее похитили. Тибэг — это чайный пакетик? Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. If she dies, she dies. Да успокойтесь уже. Успокойтесь уже оба. Мы почти на месте. Слышишь, Бак? Соберись. Мне не нравится вот эта вот лысая тетень, которая с нами общается, которая была в обучалке. Она же ее перепрограммировала, я так понимаю. Вот эта фишка с перепрограммированием. Не знаю, сейчас, секунду, ребят. Да, так. Тут подпирать что-то можно. Не знаю, зачем. Коллекционки или лут, или что это, посмотрим. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Закройся. Ненавижу играть в спасателей. Надо взломать, не тормозите. Сможешь обойти защиту? Я? Взлом двери. Ну так... я взламываю вообще-то. Не высовывай. А, секунду, ребят. Не тормози, Ману. Да-да-да, Мануэль Ману. Опасная зона. Спасибо, что предупредили. Я заберу, если что. То, что держать таб надо, пока оно включено. Так, сейчас. Погоди, чувак, тут полно лута. Мы же все-таки играем, поэтому лут важен. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Рассудил, блин. Сказал, как отрезал. Ви, не спать. Тут еще пендахос.
Ага. Убери его по-тихому. Тише. Свидание. Как удобно, трупы сразу замораживаются. Сам бы лучше не сделал. Наверное. Новые тела на подходе. Они уже близко. Это у нас мясники и пучи. Ой, к нам идут. Вышний момент. Такой не убери их. А чё такие живучие? Да ну какого ж ты лезешь-то передо мной постоянно, пендехо ты чертов! Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Или очень. Да чтоб тебя, блин! Дебила кусок, нафига ты постоянно передо мной-то пляшешь? Сдохни. Икс. Я тебя понял! Да не высовывайтесь, придурки! Я что-то где-то не там, да? О, тут что-то можно сделать. Спасибо, я заберу. Разнесем этих уродов! А тут что? Тут мне не надо. Бомбит! Че они такие прочные? Спасибо, Кэп. Да ну нифига! Чё они такие крепкие-то, блин? Это вообще-то люди должны быть. Выстрел в голову, спасибо. Чёрт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. У меня есть дробаш? Ниночка, ну-ка, инвентарь. Снаряжение, рюкзак. Ага, я могу на второй слот поставить, допустим, этот же дробаш, да? И на третий слот я могу поставить... Надо будет потом разобраться. Так, ага, у нас есть damage per second, DPS. Хорошо, я понял. К лутецкому надо будет подпривыкнуть, но в принципе нормально. Перестрелки немножечко ватные, мне кажется. Ладно. Двустволка, серьезно? Ууу! Новый предмет. Надо будет потом в пушках-то поразбираться, если что. Что из них стоящая вещь, что из них не очень стоящая вещь, это я все заберу. Так. Ты кто такой? Понял. Понял. Почему-то двустволка у меня сразу не... Ой, я тяжелый с этой фигней. Она одноразовая, все, я понял. Это ручной пулемет, который... Угу. Так. Ломать это все можно? Е955. Ледокол. Все там... Ну и что? Что я сделал? Выйти из программы и что? Я пока не понимаю. Вот эта фигня со взломом очень пока что фигня. Это мне пока больше всего не нравится из того, что здесь есть. Стрельба, ладно. Драки, ладно, но взлом пока что реально не очень.
Он меня бесил еще на стадии Деуса, там был взлом сделан. Но он там был в разы лучше. Что у тебя с рукой? Блять, господи боже. Это она. Привет. Наша цель. Мы успели? Она жива? Да. Сейчас проверим. Да, вон она. Подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули как куски мяса. Ну, потому что они куски мяса. Соберись, Ли. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышал, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Ну, давай проверяй. Сандра Дорсет, NS570442, платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Это же легко все тогда. Караху, Тибак, это тебе не вип-клиника. Тут ванны со льдом и крюки с топорами. Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Щепки, блин? Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. А, щепка. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Это быстро. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Побрысита. Вынимай ее из этой херни. Побрысита? Прикрой. Джеки, ты это? Стой на стрёме. У него пистолета малый в руке нет. Всегда готов, Ви. Не ссы. В ванную. Блин. Ну давай. Блять! У меня сбой системы! У нее сбой системы. Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, эссе! У меня ж свой есть. Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэр, эссе! Выноси ее отсюда! Ооо... Тут чувак живой. Выноси ее на балкон. Какого фига тут чувак живой? Мы же всех завалили. Чё за лажа-то? Сейчас приедет скоро. Я пойму прямо сюда. Да, вот она. Осторожно, идет посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Встань у входа! Что за лаги? А, ты сюда садиться будешь? Она подыхает, если чё. Пять шагов назад. Быстро. Что, блин? Вы не офигели, уроды? ТТ-133 центру. Получили пациентку NS570442. Уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Что с тобой? Можно взять твою тачку? Что за лаги? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. А почему у тебя нет своей тачки, чувак? Только сильно не привыкай. Вы же вроде ты как прямо мой спаситель. Реальные пацаны. Почему у тебя нет своей тачки? Что, может подбросить тебя домой? Я на моей же тачке. Я все равно устал.
там упусти меня. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ладно. Ну, давайте, ладно, я позвоню. В Акака... В эту самую Акаку сейчас позвоним. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Жить будет. Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Есть такое дело. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Да ну нафиг! Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу. Ладно, вроде как сохранились, все нормально. Давайте тогда на этом моменте мы с вами и закончим эту серию. Первый взгляд у нас более-менее понятен. Не знаю, я не могу пока ничего сказать об игре. У меня слишком мало вводных данных. Посмотрим через несколько серий. Пока что посмотрим, поиграем. Ну, есть какие-то нелогичности, понятно, но цепляться за это прямо сейчас, это было бы неправильно, поэтому, ну, как вы знаете, чтобы увидеть большое, нужно смотреть издалека. Сейчас никаких выводов делать не будем, просто увидимся в следующей серии. Пока что на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.